Вітаємо вас, наші глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Розмова на тему». Як завжди, в середу ми вас запрошуємо до бесіди, присвяченої життю національних громад Миколаївщини. І сьогодні ми поговоримо про роботу німецької діаспори в Україні, а саме зупинимося на проєкті, який реалізується зараз на Миколаївщині і продиктований саме подіями, які відбуваються в Україні. Зараз я вітаю наших гостей. Це голова Ради німців України Володимир Лейсле та голова Миколаївського обласного центру німецької культури Дмитро Цегельний. Доброго дня вам, доброго настрою, доброго дня. І розпочнемо з того, що наскільки численною є німецька діаспора в Україні? Ну, если вы позволите, тогда коротко расскажу предысторию. На сегодняшний день в Украине проживает порядка 33 тысяч этнических немцев, хотя до Второй мировой войны проживало чуть более полумиллиона человек. Безусловно, вопросы, связанные с депортацией, коснулись нашего народа, как, впрочем, и других народов очень сильно. Большинство немцев было переселено в Сибирь, в Казахстан, то есть, к сожалению, большей частью там и умерло, но, тем не менее, сейчас в Украине проживает 33 тысячи этнических немцев. У нас есть более 170 общественных организаций, которые мы сопровождаем, и главная организация, которая координирует всю работу немецкого меньшинства, это Совет немцев Украины. А наскільки тісно підтримуються зв'язки з Німеччиною і як це відбувається? Ну, для самих себе ми вже більше 20 років виконуємо функцію моста між Германією і Україною. Безусловно, що у нас є прямі зв'язки і з німецькими міністерствами, і з німецькими відомствами, різними фондами. Ми дійсно дуже хочемо бути не тільки замкнутими самі на себе і проводити утренники або якісь концерти тільки для німецької діаспори, для німецького меншинства, але і, безусловно, допомагати Україні розвивати контакти, зв'язки з Германією. Тобто, якщо говорити буквально о останніх 2-3-4 тижнях, то ми за эти несколько недель неоднократно наши делегации были уже и в Германии, и в Дании, и правительственная делегация из Германии была в Украине. Безусловно, интерес к Украине сейчас действительно очень большой. Есть очень большой потенциал у диаспоры, чтобы помочь Украине более тесно коммуницировать с Германией, помогать. И буквально вот несколько недель назад вместе с коллегами меньшинства, вместе с коллегами из крымских татар мы общались в Дании на предмет того, каким образом наши европейские коллеги могут помочь не только меньшинствам Украины, но и гражданам Украины преодолеть те сложные последствия, которые мы сейчас видим. Какие наичастейшие питання задають вам, ну, от як тим, хто проживає в Україні, якщо ви кажете, що зараз підвищений інтерес до України? Ну, конечно, безусловно, вопрос номер один – это почему мы еще не уехали, например, да, то есть, как бы, он часто звучит. Понятно, что есть много людей, которые видят перспективу продолжать жить и работать в нашей стране и строить мосты между Германией и Украиной. Безусловно, вопрос очень большой о историко-культурном наследии немцев, потому что 200 лет колонии на юге Украины, они действительно оказали большое влияние на развитие и Николаевской области, и на развитие Одессы. То есть здесь действительно есть чем поработать, с чем поработать и что показать. Якщо вже почали про це говорити, де в Україні найбільше зосереджені поселення німців? Ну, если мы посмотрим на карту переписи населения 2001 года, то, безусловно, лидирует Донецкая область, лидирует Одесская область, Закарпатская, Крым, например. Безусловно, сейчас в связи с теми событиями, которые происходят на Востоке, очень много переселенцев, в том числе и этнических немцев, выехало из Донбасса, выехало из Крыма. Я сам являюсь переселенцем из Крыма, сейчас работаю и живу в Киеве. Поэтому для меня сейчас довольно сложно сказать, сколько немцев осталось в Донбассе, но, тем не менее, концентрация довольно высокая немцев есть в Одесской области, в Закарпатской. Даже сохранился диалект. Это очень интересно, потому что она еще не попала под те, скажем так, жернова сталинских эпох. То есть и там сохранился живой диалект, которым люди пользуются на протяжении последних 150 лет. Да, то есть между собой буквально 2 недели назад мы видели и слышали, как люди в своих семьях говорят по-немецки. Это было очень интересно для немецкой делегации даже услышать и почувствовать. А так вы наспілкуються, ну, то в суспільстві, якою з громадою іншою, українською, російською. Тим, що там люди можуть говорити і на 5 язиках. Це не завжди, і це завжди не було проблемою. Точно так же, як і для черновців, точно так же, як і для Львова. 3-5 язиків – це була норма, і ця норма продовжує оставатися. Це наше общее достояние, це общий наш успіх. Я думаю, що якщо б в інших містах України люди могли знати більше язиків, це було б тільки плюс. Це такий позитивний приклад для інших,
принципі, там, де піднімається питання про мовний, про мовні проблеми, так? Безусловно, важно понимать, что язык является средством развития экономики. И когда, например, приезжают австрийские, немецкие предприниматели в Закарпатье, в Буковину, во Львов, в Тернополь, то есть они, безусловно, начинают бизнес с тех людей, кто говорит на родном языке, с тем, с кем можно говорить без переводчика. Uh-huh. И это уровень заниженного доверия, когда люди, в принципе, могут очень просто коммуницировать между собой. И здесь мы очень хотим и прилагаем массу усилий, чтобы и в восточных областях Украины помогать и развивать курсы немецкого языка, помогать людям говорить на своем родном языке, пусть даже на трех-четырех языках. А саме на Миколаївщині, скільки вже працює Миколаївський обласний центр німецької культури? Це, певно, до вас питання. Миколаївський обласний центр німецької культури працює з 2008 року. Тобто, от наша організація, наряду з організацією Відергебурт етнічних німців України, працює паралельно з ним. У нас в місті є і общество Відергебурт, і центр німецької культури. Тобто, цілі задачі у нас общі. Это популяризация немецкого языка, культуры, истории, знаний о Германии. Поэтому наша организация работает, да, 2008 года. А як зароджувалася саме ця організація? Організація возникла как бы на базі или исходя из организации Відергебурт, которая это такая международная организация Відергебурт, она находится не только в Украине, не только в России, это международная организация, в других странах она тоже присутствует. И с началом, так скажем, с исчезновением Советского Союза немцы, этнические немцы основали организацию Відергебурт в государствах бывшего Советского Союза, в том числе и на Украине. Потом с ходом работы возникла необходимость несколько, разнообразить деятельность, и возникла необходимость объективно в том, чтобы создать центр немецкой культуры. Почему? Я все-таки объясню. Дело в том, что интерес к немецкому языку, немецкой культуре возникает не только у этнических немцев. Он есть и у представителей других национальностей. Естественно, основу составляют немцы, но не только немцы. Куда, как направить интерес таких людей? Были созданы центры немецкой культуры. Я считаю, что это очень хорошо, потому что в том числе, допустим, студенты, изучающие немецкий язык. Конечно, они чаще всего идут в центр немецкой культуры. Они не являются этническими немцами. Но им потребна языковая мовная практика. Конечно, они не могут быть членами общества Відергебурт, но у них есть интерес. Более того, они очень часто, очень хорошо знают немецкий язык. И знают о Германии тоже достаточно много. Вот поэтому вот с 2008 года в Николаеве возник центр немецкой культуры. А основа, да, общество Відергебурт, откуда мы вышли. А скільки от саме етнічних німців проживає на Миколаївщині? Достатньо сложно сказати, по даним останній переписі 1300 на Миколаївщині. Де вони зосереджені? В обласному центрі чи по всій області? В обласному центрі більше, да, теж є, да, не тільки, в Южноукраїнській є, Первомайській є, в Очакове, в общем-то, сколько сейчас, довольно сложно сказать, потому что, часть людей уезжает, мигрирует, понимаете, сейчас довольно сложно сказать. Как есть еще определенная тенденция, надо понимать о том, что в Украине и на странах бывшего Советского Союза довольно много людей, которые имеют отношение к немецкой национальности, до сих пор, особенно пожилые люди, скрывают свою немецкую национальность, предпочитают продолжать носить национальность супруга, либо каких-то других своих родственников, то есть, и всячески избегают какой-то связи с немецкой национальностью в связи с тем, историческими параллелями, которые были. Потому что не секрет, что для многих немцы продолжают в некотором смысле быть в клише фашистов. Мы с этим, безусловно, сейчас работаем, потому что эти стереотипы мы должны поменять. Именно поэтому мы проводим массу мероприятий открытого публичного доступа, когда люди могут познакомиться ближе и с историко-культурным наследием, и с тем вкладом, который внесли немцы на протяжении 200 лет в развитие города, в развитие края, в развитие Украины. То есть мы здесь работаем, потому что буквально недавно мы проводили опрос в одной из школ Украины о том, какие ассоциации есть у деток по поводу этнических немцев. Да. То есть ключевые ассоциации — пиво, Мерседес и свастика. И мы понимаем, что у нас есть большой потенциал для работы, мы хотим, чтобы люди понимали, что есть масса других людей, начиная от Святослава
Рихтера и заканчивая Ольгой Фреймут, которые действительно являются этническими немцами, угу. делают действительно очень много в нашей стране и помогают Украине быть лучше. Я не думаю, що якісь негативні асоціації пов'язані, наприклад, тих самих підлітків з Ольгою Фреймут, тому що багато хто її симпатизує, ну а тих, кого вона, наприклад, зобразила своїми перевірками, також, я думаю, що не будуть посилатися на її етнічне походження при цьому. І хотілося б ще дізнатися, які форми роботи в центрі вашому проходять детальніше, чим ви ще займаєтеся, з чим до вас можна прийти? Як і багато інші центри німецької культури на Україні, ставить своєю цілею зберігання культури, язика і традицій Германії. В нашому центрі працює клуб любителей німецького язика. Працює различные кружки, да, ну, то есть, допустим, это по интересам. Люди собираются, они приходят в центр встреч и занимаются тем, чем им интересно. То есть у нас работает и даже физкультурный кружок, у нас работает декоративно-прикладной кружок. Опять-таки по интересам, то есть мы не навязываем людям, мы всегда спрашиваем, что вы хотите дать центру, дать самим себе, потому что это общественная организация, мы не можем никого заставлять. Если человек что-то хочет, что-то умеет, хочет поделиться чем-то, он приходит и делится, если он этого хочет, и находит себе единомышленников. То есть вот в отношении немецкого языка, ну, естественно, тут вопросов нету, все хотят изучать, все хотят общаться. Есть люди, которые занимаются больше историей, им это ближе. Есть люди, которые занимаются немецкой фотографией, в частности, у нас... Над чимось відрізняється від інших? Вот у нас є, да, Евгений Александрович Шмидт, который собирает старинные немецкие фотоаппараты и занимается художественной фотографией. Угу. И вот у него тоже, вот, да, вот ему это интересно, и он находит себе последователей, они тоже занимаются. То есть это такая внутрикружковая работа. Но я бы хотел акцентировать внимание на нашей работе с Николаевским государственным университетом. Потому что, как я уже сказал, много молодежи студенческой, которая изучает немецкий язык. И им интересна немецкая культура, им интересно страноведение, немецкий язык. Мы с ними проводим совместные мероприятия. Ребята ходят к нам в центр, и на базе центра входит молодежная организация. То есть в основном она, конечно, представлена студентами, теми людьми, которые изучают немецкий язык. Им это, естественно, интересно. Если человек не изучает, ему просто это неинтересно. А с какого віку начинают вивчати дети? Вот если действительно есть там ваше корение, але семья не знала немецкой мовы, або вивчала поверхнево, вот с какого віку можно до вас привести дитину, чтобы вивчати мову? Ну, в общем-то, с любого можно так. У нас нету курсов официальных таких, именно курсов немецкого языка. Мы не выдаем дипломы, сертификаты, ничего такого. Зрозуміло, але для себе ребенок, да, ведь, собственно говоря, язык не нужно учить, и к нему нужно просто привыкать. Да, вот как любой ребенок, он же не изучает язык. То есть он приходит, он просто его впитывает, и все, и потом он уже умеет говорить. А спілкуються вони там німецькою мовою? Ну, не завжди, звісно. Ну, під час занять. Но постепенно, да, какие-то песни, стихи, вот просто он как привыкает к ауре вообще, вот что. Ну, если вы позволите, например, о тематике изучения языка, да, это никогда не поздно, мы видим, и то, что людям, которые старше 80 лет посещают курсы в рамках школы третьего возраста, например, когда пожилые люди объединяются для того, чтобы получше узнать, как работает компьютер, попользоваться новыми смартфонами, между прочим, и поговорить по-немецки, мы видим в некоторых регионах Украины о том, что даже с 3 лет есть специальная группа изучения немецкого языка для деток, и мы продолжаем этот опыт мультиплицировать в другие регионы, на сегодняшний день у нас 27 региональных курсов немецкого языка, ну, так называемых групп немецкого языка, где можно изучать немецкий язык, в том числе и детский, и я полагаю так, что есть некоторые моменты, которые не всегда видны в Николаеве, потому что они считаются сами собой разумеющимися, но нам из Киева, например, всегда приятно вспомнить, что в Николаеве действительно очень мощная живописная школа. То есть это то, что нельзя убирать, это, в принципе, визитная карточка, что в рамках немецкого центра в Николаеве здесь действительно есть маститые художники, которые, выступая на международных, на наших внутренних
украинских мастер-классах могут показать особенности своей живописи, особенности европейской живописи, особенности украинской живописи и рассказать, внятно объяснить молодым начинающим художникам, как рисовать, как правильно работать с красками, с картинами. И вот именно этим Николай очень сильно отличается в лучшую сторону, потому что подход к искусству, подход к таким живописным вещам здесь действительно очень хорош, и в том числе и декоративное творчество. Дякуємо за комплімент для Миколаївщини. А зараз би хотілося перейти до того проєкту, і цей проєкт реалізуєте саме ви в цій області, так? Ну, по всій Україні він реалізується, але на Миколаївщині саме ваш центр займається реалізацією цього проєкту. Це реабілітаційно-оздоровчий відпочинок етнічних німців з Донецької та Луганської областей та вимушених переселенців. Отже, вже торкалися цієї теми під час нашої розмови, що найбільше скупчення німців було в Донецькій області, зараз виїхали, і по яких областях роз'їхалися? На Миколаївщину, я так зрозуміла, зокрема, так? Ну, безусловно, если мы смотрим общую тенденцию, куда едут люди, то, конечно, мы полагаем так, что они едут туда, там, где есть работа. То есть, если посмотреть городки для переселенцев, которые открыло немецкое общество по международному сотрудничеству в рамках правительственной программы ФРГ, это, например, Днепропетровск, это Днепродзержинск, Запорожье, Харьков, Херсон. Я полагаю так, что и в Николаеве сейчас будет что-то развиваться. То есть, мы видим, что в восточной части Украины там есть определенные места для адаптации переселенцев, но понимать нужно цифру 1,5 миллиона переселенцев, которые сейчас есть в Украине, это очень большая цифра. Мы не концентрируемся здесь только на этнических немцев, мы просто говорим, что 1,5 миллиона человек, это действительно это та цифра, которая требует больших вложений, больших стараний, и безусловно, вот если мы говорим сейчас о наших проектах, которые мы проводим здесь для переселенцев, это капля в море, но мы полагаем так, что хотя бы лучше капля в море, чем ничего, то есть на сегодняшний момент это первый крупный проект такого рода, который мы сейчас делаем. Второй проект будет в Харькове, то есть он, безусловно, ориентирован на географическую близость, то есть Харьков, Николаев – это те города, которые близки по сравнению, например, с Закарпатьем или со Львовом. Туда и это наибольшее людей. Да, ну и кроме всего прочего, конечно, то есть определенная поддержка и на уровне областных, и городских администраций, есть понимание людей, которые нас окружают, в том, что действительно проект нужный, полезный, и мы действительно пытаемся сделать так, чтобы люди, которые приехали из конфликтного региона, здесь получили по максимуму возможности пройти реабілітацію, каким-то образом знайти хороші зв'язки і закріпитися і в Україні, і як-то улучшити свою життя. Отже, ми говоримо про проєкт реабілітаційно-оздоровчий відпочинок етнічних німців з Донецької та Луганської областей та переселенців. Скажіть, будь ласка, коли стартував цей проєкт і скільки людей вже отримали допомогу саме на Миколаївщині? Цей проєкт почався 25 іюня і вже он сейчас работает, и его продолжительность составляет 18 дней. То есть вот за это время у людей есть возможность отдохнуть, восстановиться, поменять обстановку, набраться хороших впечатлений. Яким чином це відбувається? В який спосіб? Які заходи? Що робиться саме конкретно? Каждый день запланирована работа с людьми. Где-то примерно половину дня они уделяют внимание своему здоровью, они проходят медицинские процедуры, ну, в зависимости, понятно, от своего профиля, какие у кого заболевания, или просто пройти профилактические мероприятия, какие-то лечебные. Вот. Люди занимаются культурой, занимаются искусством, они изучают, естественно, по интересам, потому что здесь нет, это отдых, но мы, естественно, направляем эту работу. Они читают немецкие стихи, немецких классиков, они поют песни, они знакомятся с достопримечательностями города. В частности, вот была интересная экскурсия по городу, по Николаевским музеям. Они посмотрели наши достопримечательности, они были в зоопарке в знаменитом Николаевском. Оказывается, он очень известен, и люди очень хотели посмотреть, и наконец-то у многих мечта осуществилась. Вот. То есть у нас, я считаю, очень хорошее место для отдыха – это санаторий «Ингул». Угу. Во-первых, сам санаторий очень хороший, у него замечательная лечебная база, и то человеческое отношение, потому что, ну, естественно, персонал санатория понимает, что, ну, как бы люди не совсем простые в таком психологическом отношении, потому что они все-таки, как бы там ни было, это определенный психологический дискомфорт быть вынужденным переселенцем, и они сделают максимально все условия для того, чтобы им было внутренне, психологически здесь комфортно, стараются во всем идти навстречу.
Вот, на час оздоровлення, я переб'ю, вони проживають в Інгулі, так? Вони проживають в санаторії Інгул, так. Да, угу. Да, да. Це 89 чоловік, вони проживають в санаторії Інгул постійно. Ну, якщо посмотреть розпорядок дня, то ми, безусловно, увидимо здесь не тільки оздоровлення, не тільки какой-либо отдых, но і, безусловно, роботу. То есть, це є і елемент німецького язика, коли люди изучають німецький язик, це знакомство з тим самим історико-культурним наслідом, яке здесь є. То есть, люди розширяють свій кругозор, люди приобретають определену етнокультурну ідентичність здесь в рамках проектів і понимают, что в нашей стране мультикультурализм – это одно из хороших благ, которое, в принципе, всегда ценилось и ценится. А как оно отзывается, как их приняла Миколаевщина? Хорошо приняла. Хорошо приняла Николай. Конечно, ну почему нет? Отношение к людям самое чуткое, самое радушное, самое доброе. Вот. И, в общем-то, это видно по людям, по их реакции, по их ответам. Они чувствуют себя здесь внутренне, психологически комфортно. Чи є в планах знайти для них постійне місце проживання, більш-менш роботу? Чи входить це в вашу програму або допомогу? Этот проект на самом деле очень большой и важный для нас. Мы реализуем его как Совет немцев Украины в кооперации и с Ассоциацией немцев Украины, и с обществом Видергебурт, и с молодежной организацией, все три самых потужных организации Украины, которые входят в состав Совета, то есть стали с организаторами проекта, и они каждый по-своему где-то, каждая организация помогает. Безусловно, мы под разный профиль людей пытаемся помочь людям с различным поиском рабочих мест. Пусть это будет Черновцы, пусть это будет Киев или где-то Запорожье. То есть если мы знаем, что человеку там может быть интересно, то мы об этом говорим. Безусловно, многие люди консультируются по поводу, как можно улучшить знание немецкого языка, каким образом можно быть интегрированным в немецко-украинские отношения. Мы тоже здесь помогаем, потому что без знания немецкого языка, конечно, очень сложно говорить о какой-то немецкой идентичности, о том, чтобы активно участвовать в развитии проекта. То есть мы хотим, чтобы этот проект дал не только возможность людям в рамках 2-3 недель оздоровиться, но и было определенное понимание, какие есть социальные программы Украины, реализуемые для переселенцев, какие есть возможности для людей, которые сейчас живут в зоне АТО, пересекать границу, каким образом можно получать поддержку от Красного Креста. Мы все пытаемся в рамках проекта хотя бы частично раскрыть, дать контактные данные тех людей, кто занимается этим и в Красном Кресте, и в социальных службах, чтобы люди понимали, что есть определенное и консультативное сопровождение с нашей стороны. Як вас знайти і як до вас звертатися тим, хто, наприклад, тут з переселенців потрапив в Миколаївську область, але ще має етнічне коріння німецьке, але ще не знайшов з вами зв'язок, наприклад? Ну, найти нас очень просто, если зрители запомнят, то мы находимся опять-таки в санатории Інгул. Наше помещение номер 810. В принципе, все справки, ну, я могу дать свой номер мобильного телефона, или сейчас, может быть, это не очень приемлемо. В принципе, так запамятать легко, так, место знаходження. Да, санаторий Інгул, там, пожалуйста, будут все справки. В общем-то, наши все координаты находятся на портале немцев Украины, там, вот... Все очень есть просто. Вся информация. Сейчас можно через интернет найти все. Да. В общем-то, даже не обязательно физически приходить в санаторий. И все можно найти в интернете, вот на портале немцев. Портал немцев Украины deutsche.in.ua. Это то место, где есть масса информации, которая может быть полезна для всех, не обязательно этнических немцев. Дякую вам за інформацію, надану сьогодні. Дякую, що завітали до нашої студії. Я нагадую глядачам, що у нас в гостях були голова Ради німців України Володимир Лейсле та голова Миколаївського обласного центру німецької культури Дмитро Цегельний. Дякую вам ще раз, доброго Дякую. Здоров'я вам, натхнення і успіхів у вашій роботі. А ми прощаємося з вами на сьогодні. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв. У нас є завжди, що вам розповісти. До нових зустрічей.